Отношения Анастасии Решетовой и рэпера Тимати давно вызывают вопросы у блогера Лены Миру. Миру никогда не скрывала своего скептицизма по этому поводу, будучи уверенной, что никакой любви там и в помине нет. Лена трактует отношения Тимати с его женщинами как отношения султана с его наложницами. По мнению Лены, все, что нужно было Тимати от Алены Шишковой, это чтобы она родила ему ребенка. Точно такая же ситуация повторяется и в случае с Решетовой. Лена уверена, что Анастасия буквально-таки мучается в отношениях с Тимати. Не только из-за самого Тимати, но еще и из-за всей его семьи. Особенно из-за мамы Тимура, Симоны Юнусовой, которая относится к Насте пренебрежительно. Лена дала Анастасии несколько советов. Во-первых, не пытаться угодить Симоне Юнусовой, забрать у нее своего сына и не подпускать к нему. Во-вторых, не пытаться склонить Тимати к свадьбе, поскольку это ничего не даст. Лена советует Анастасии разве что склонить Тимура переписать на нее какое-то имущество или бизнес. Третий совет – перестать конкурировать с бывшей гражданской женой Тимати Аленой Шишковой. А в целом Лена советует Решетовой бежать из рабства Тимати. Бежать из страны в государство, где к женщинам относятся с уважением. Не послушаешь моих советов – закончишь как Шишкова. А вообще, Настенька, пока не поздно беги. Пока молодая, пока красивая, вали в какую-нибудь хорошую страну, где мужчины уважают женщин. А не выводит их свет на поводке, приказав ту грудь вывалить, то хиджаб надеть. Вот Симона, еврейка старая, в хиджабе не ходит и прекрасно себя чувствует. И ты, Настенька, не ходи. Все равно своей не станешь. Не прогибайся, советует Миру в своем живом журнале.